Как записать видео с экрана компьютера со звуком прямо из браузера. В этом видео я хочу вам представить расширение для браузера Google Chrome – Screenity. Оно позволяет вам записать видео с экрана браузера или только одной открытой вкладки. Давайте рассмотрим его работу. Устанавливаем расширение из магазина Google по адресу в описании видео. Я буду показывать работу в Яндекс.Браузере. Нажимаем на кнопку «Установить» и ждем завершения установки. На панели браузера появляется специальный значок, кликнув по которому открывается панель управления расширением. Нам сразу предлагается дать разрешение на доступ к веб-камере и микрофону. Выбрать камеру и микрофон для записи можно в настройках расширения Screenity. В настройках мы можем выбрать источник для захвата, вкладку или весь экран. Есть еще возможность выбрать веб-камеру, но пока запись с нее отдельно не работает. Я выбираю микрофон для записи с веб-камеры и нажимаю на кнопку «Начать запись». После 3 секунд обратного отсчета запись экрана начинается. В левом верхнем углу мы видим изображение с веб-камеры. Какие дополнительные возможности есть при записи экрана? Настройка вида курсора. Добавление аннотаций на экран, текст, линии, стрелки, стирание. Когда мы останавливаем запись, можно нажать на кнопку рядом, чтобы отредактировать видео и сохранить его. Посмотрите фрагмент записанного видео. Это тестовая запись. Вот с помощью данного приложения мы видим вот экран моего, мы видим на экране мой канал YouTube Master. Вот здесь вот есть отдельные инструменты. Остановить запись. Можно настраивать курсор. Можно делать различные пометки. Например, вот. Например, вот рисовать такие фигурки. Что-то стирать, пометки заново стирать здесь, писать текст, стрелочки рисовать различные.
открывается новое окно для предпросмотра и сохранения видео. Здесь мы можем выбрать один из трех форматов для видео – MP4, GIF или WEB. Обрезать запись или удалить часть записи. После чего можно сохранить запись видео с экрана на компьютер или Google Диск. Используйте бесплатное расширение Screenity для записи скринкастов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Отмечайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео.